Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Андрей Доцент, и это... Трансформеры! Войны на Земле мы продолжаем, у нас начался особый ивент, и сразу, разумеется, получаем награды по 50 тысяч, еще 20 премиумов осколка. Здоровский альянс уже начал, походу, громить врагов направо и налево. Так, для начала я заберу-ка своих бойцов, вот, мохнатого я прокачал, повышен до 20 уровень. Персептор, что это все значит? Почему Кэп и Диноботы схлестнулись с предаконами? А самое главное, что это за примат там? Ну, мы решили вытащить кое-кого из нашего будущего. Типа подкрепления. Но десептиконы, к сожалению, испортили всю вечеринку. А этот примат, по ходу дела, Прайм. Прайм? Волосатое безумие в буквальном смысле. Схем. Это была твоя идея? Нет. Это была идея Гримлока. Хорошо, это всего лишь Прайм. Эй, придумайте себе собственную коронную фразу. Забавно, такое чувство, как будто я открыл себе этого... Как бы... Оптимуса Праймала. Забавно это звучит, ну ладно. Так, у нас, в общем, прокачка пошла. Хорошо. Так, что у нас там по сюжету? Стражи приближаются. Так. Воспроизвести передачу. Кристалл Снарла и Хангара. Так. Двухъядерный процессор. Вот у нас какой ивент. Собирая свой альянс, чтобы принять участие в ивенте выходного дня и заполучить до 3 миллионов энергона и сплавов, до 30 тысяч искры, до 1200 осколков премиум кристалла и до 60 кристаллов стража, которые содержат осколки 5, 4 или 3 звезды. Не забудьте воспроизвести передачу, чтобы узнать подробности новейшего эпизода от Саймона Фурмана. Так. Как принять участие? Так, все ясно. Ну, давайте воспроизведем передачу и посмотрим. Автоботы, максималы, мы сталкиваемся с серьезным кризисом. Два существа из мифов становятся реальностью и начинают на нас охоту. И не только за нами, но и за десептиконами тоже. Мелоди. Любой, кто имел дело с ядрами праймов, теперь является их целью. Кроме того, в их глазах вполне все может выглядеть так, что все мы причастны. В любом случае, мы не можем просто сидеть, сложив руки и ничего не делать. Особенно, когда один из тех, кто находится на линии огня, Родимус Прайм. Или Родимус Юникронос, как он сейчас себя называет. Мы знаем что-нибудь об этих стражах? Имена? Особые умения? Кэп, только то, что я узнала из древних кибертронских записей. Они образуют пару и каким-то образом связаны друг с другом. Они преследуют одну простую цель, но их методы кардинально отличаются. Ребята и девчонки, я принимаю отрывочные сообщения от одного из опорных пунктов десептиконов. Если я все понял правильно, Родимус Юникронос решил обратить на себя их внимание. Если вы цените свои жадные шкуры, отдавайте мне свои ядра праймов сейчас же. Близится судный день, и я ваше спасение. Что он делает? Неужели он действительно думает, что мы просто возьмем и передадим ему ядра праймов, которые достались нам тяжелейшим трудом? Умно. Он взывает к нашему самому основному инстинкту. Инстинкту выживания. Ему в одиночку будет по силам победить этих стражей. Но только если мы откажемся от наших ядер. Наши ядра, Старскрим? Я думал, что тебе не удалось заполучить ядро Лич Максимо. Или я ошибаюсь? Мегатрон! Я... Да никогда! Я просто обобщал, вот и все. Мы в одной лодке. Эй, только что появился кто-то еще.
Если я не ошибаюсь, это один из наших плохих парней. Угу. Вот такое вот у нас тут как бы начало. Ладно. Так, а у нас уже тут пошло дело. Ну, видимо, только запустилось, как бы все в самом разгаре еще. Пошло-поехало. Надо вносить, так сказать, свой вклад в победу. Ибо под ударом оказались все. Жалко, что нельзя как-то во имя сюжета объединять альянсы, которые связаны с автоботами и десептиконами в одну общую. Так сказать, эту... команду. Ну, давайте вступим в бой, посмотрим, что у нас там. Угу. Ну, первый отряд в бой. На 2000, но думаю, 2000 это, конечно, не очень это самое. Ну ладно, нам главное работать наверняка, чтобы хоть какая-то команда была, а то будет жалко потраченных батарей ради каких-то лишних 3 или 4, когда на кону стоит, допустим, 50 условно, да? Неоправданный риск. Так, слева. Ага. Ну давай, разноси. Текс. На таран. О, красавчик. Мне кажется, или как будто кто-то... А, нет. Никто не сдох, ну слава богу. Зато могут. Текс. Давай, Эренхайт, разберись с этой установкой. Ну, ребята, молодцы, прорвали оборону. Тут теперь дело за малым осталось. Ну что, может быть, добавим залпа? Почему бы и нет? Дабы ускорить сие процесс. Икс. Ага. Ну вот и все. У десептиконов не было шансов. Главная команда, прайм команда, если так можно выразиться. Во, еще чуть-чуть и получим осколки. Замечательно, Шторм Клэш выросла в уровне, не может не радовать. Отлично, Скайберст, Мираж, Эйрейд. Так. Забавно получается, обычно раньше было по 2 главы, а теперь всего лишь 1. Однако все очень-очень странно. Хм. Ну ладно. Допустим так, тогда отправим 2-й отряд в бой. Так, а вот и 2-й наш отряд. Такой зверинец, я бы сказал. Вот только кто у нас тут не вписывается? Где лохматый? Куда лохматый делся? Вот Оптимус Праймал. Вот, вот, нормально. Отлично. Зоопарк Кибертронский вступает в битву. Тикс. На полянке на лесной собрался народ честной, да? Бложки, вошки, мандавошки, пауки, сороконожки. Дикобраз, лисица, крот. Заяц, долбанный урод. Так. Ну-ка, давайте-ка вот так вот. Ну, пернатый, давай-ка рассекай здесь направо-налево. Орбитальный прыжок? Да нет, спасибо. Я думаю, боевые стимуляторы. Давай стимуляторы. Ну там Мегатрон подскочил, ему сейчас тоже, видимо, стимуляторы достанется. Хотя нет, вряд ли. Резань. Ого! Ничего себе я нагнал тучи. Такое... Ничего себе! Так, ну-ка. Во, вы слышите, да, раскат грома? Я сначала подумал, блин, дождь, походу, на улице начался. А оказывается, этот у нас тут тучи нагоняет. Да, однако, есть круто. Просто обалдеть. О, Кэп, а ты что-то как-то не это... Давай-ка это, хватит истории рассказывать и это, вместе с Уолл Джеком на пару наращивайте свою мощь, а то так далеко не уедем, вон, рогатый-то уже как.
Кстати, Свуп надо потянуть. И скоро Тайгерхока потянем. Слушайте, ну у Тайгерхока, конечно, вообще обалденная способность. Просто фееричная. Черт, вот это бойцы, а? Были бы они посерьезнее в плане уровня и звезд. Так, нет, ребята, вы мне тут нет. Мне нужны автоботы. Так, Рэтчет. Эй, Рэй, давай. Проул обязательно. Джаз, конечно. Что-то одни крутики какие-то. Так, Сиспрей. Ну, в принципе, поет. Может быть, еще раз этого Тайгерхока? Я еще раз хочу глянуть на эту его фееричную способность вызывать гром. Давайте, полетели. Коль могет, то надо. Тем более 61 награда, ничего себе. Отказываться от этого не стоит. Ох, сейчас я устрою здесь. Deploy. Так. Ага. Текс. Ух, блин, нифига себе там долбануло. От души просто. Жахнуло так, что аж это... Блин, надо было побольше зарядов потратить. Ну ладно. И так пойдет. Там что-то нашего бьет. А, это сайт свайпа. А он там кулаками. Ух! Ух! Такие ударят замашистые. Как будто гвозди забивал, а не базу. О, ничего себе! Получили награду. Хорошо. Получили осколочек. Не может не радовать это дело. Так, сайдсвайп. Тайгерхок. Еще чуть-чуть, у него будет... Так сказать, первая прокачка. Здорово. Все требуют улучшения. Естественно, требуют улучшения. А как же иначе-то? Заберем кристалл. Откроем. Может быть, там... Фортанёта что-нибудь дельное выпадет. Ну, хотя бы в осколке. Вот, разрывные снаряды. Мне же надо еще эти установить. Вы написали в комментариях. В ботов-то эти надо ядра воткнуть. Чтобы они работали более-менее. О, чертовски классный. Ладно, бронежилеты. Как всегда. И как обычно. Ну ладно, друзья, давайте-ка закончим тут и продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылка на плейлист группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения по вселенной трансформеров снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Храни вас, Праймус, с Юникроном. Пока-пока.